На торжественное мероприятие в актовом зале школы собрались и дети, и воспитатели. Всего в этом году организовано 4 отряда, а это значит, что 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 18 лет смогут отдохнуть и получить массу позитива в июле. Сегодня у нас очень радостный день, день открытия нашего лагеря «Круто», лагеря для старшеклассников и подростков. И, конечно же, дети сегодня готовы радовать нас своими творческими делами. Праздничный концерт организовали сами ребята под руководством молодого воспитателя-организатора. В программу вошли специально подготовленные ребятами инсценировки, танцевальные композиции и, конечно же, разученные для этого торжественного случая песни. Все торжество проходило на позитивных нотах. Сами ребята от происходящего получали массу удовольствия. И надо отметить, что этот лагерь давно славится своими мероприятиями, и многие ребята записываются в него уже не первый год. Здесь очень много всегда креативных ребят. Это первое. С ними всегда интересно работать, легко найти общий язык, вот, изготавливать новые номера, которые для меня, наоборот, как новинка. Вот. Ну, еще здесь здорово, много разных мероприятий. Также проводятся различные акции. Вот, например, на дорогах акция «Ромашка», там «Зебра» есть. Вот. Ну, и вообще, всегда летом нужно время провести не зря. И я думаю, лагерь именно круто. Это именно тот промежуток времени, который дает как бы тебе новые навыки, допустим, в том же работе на сцене, разговор с людьми. Выступать здесь нравится. Тут кормят хорошо. Я планирую здесь провести хорошо время. К сожалению, в этом году лагерь не трудовой, и ребята не смогут в нем подзаработать. Но им предоставляется прекрасная возможность помочь городу по своей инициативе.